стиль з електронно-акустичних мелодій, прості та водночас глибокі тексти, чистий та проникливий вокал. Вони ні на кого не схожі та навіть трохи космічні. Гурт «Пурпур» – це музиканти, що ось вже більше 8 років дивують прихильників новими образами, знаходяться в постійному пошуку, але при цьому ні на мить не втрачають своєї унікальності та випромінюють неземну енергетику. Минулоріч, взявши участь у національному відборі до Євробачення, для багатьох глядачів колектив став справжнім музичним відкриттям, а спілкування з солісткою Натою Сміріною підкорило нас своєю щирістю. Для меня музыка – это моя группа, да, это моя семья, это вся моя деятельность, это моя работа, это 100% моего времени, это 24 часа в сутки, и я не представляю себе, как вот люди еще с семьей какой-то совмещают, то есть какие дети, например, я не понимаю, у меня есть огромный такой вот 8-летний ребенок, группа «Пурпур». Пройшло більше року, і Ната Сміріна знову ділиться своїми емоціями, новими творчими задумами та ідеями. Для мене рік починається з осені. Ну, как вот учебный год у всех, да, так у нас рабочий год, получается, вот он именно с осени начинается. Я знаю, что для артистов это взагалі дуже продуктивный период, Да, вот как-то после лета ты такой, так, все, в общем, собрался и сделал много чего полезного. Именно вот сентябрь, октябрь, сентябрь только разгоняешься иногда, но вот октябрь, ноябрь, там, это очень такие загруженные обычно месяцы. Я знаю, что на цю осень вы подготовили для шанувальників дуже багато сюрпризов. Розкажіть про них. Мы специально хранили молчание на протяжении года. Многие даже подумали, что мы прекратили свое существование, но мы на самом деле очень активно работали. И для музыканта это очень сложно не выкладывать и не показывать труды и результаты своих трудов. А вот это был такой усвідомлений крок, чтобы действительно не показывать завчасно, так? Да, потому что мы хотели сгенерировать много материала, у нас это почти получилось, то есть очень много реализовали, еще очень много осталось в планах, но мы как бы пытаемся это все сделать. Серед того, чим прихильників дивує гурт «Пурпур», дещо інший стиль виконання, нові пісні та зйомки відеокліпів. Несколько лайвов мы сняли. В общем, наснимали много всего. И у меня еще 3 идеи клипов. И я очень-очень-очень хочется это все реализовать. Пытаемся сейчас понять, в какой форме, как. Украинские песни появились. К весне я уже запихну все, что есть. Потому что сейчас просто не успеваем все сделать. Потому что и монтируем, и красим, и сводим, и пересводим, записываем, перезаписываем. Вот, один, конечно, мы с Юджином вдвоем только, с Женей Жабко, и, конечно, тяжело это все вдвоем делать, но мы справимся, я думаю. То в складе коллектива також зміни відбулись? Да, мы вернулись к своему оригинальному составу, скажем так. Мы теперь вдвоем, мы не собираемся это менять никаким образом. Единственное, что может быть, бэк-вокалистов я возьму еще. Я хочу, чтобы было 2 человека минимум. Конечно, я бы взяла 4, но директор мне не разрешает. Он говорит, какие 4? То, что звон? На самом деле, чем меньше людей, тем проще. Потому что нет человеческого фактора. Тепер шанувальникам залишається пильно слідкувати за новинами та чекати на нові проекти від музикантів, а їх буде чимало, говорить Ната. Серед них поява нових відеоробіт та колаборація гурту «Пурпур» з хором. Досвід подібної співпраці у музикантів вже є – феєричний виступ з симфонічним оркестром. Thank you.
если честно, я сейчас вспоминаю, что мы тогда вытворили, да, с этим, и поехали же в этот тур. Там 30 человек на выезде, и мы все это, в общем-то, сами реализовывали. Это было очень круто, но мой перфекционизм считает, что на выезде должно быть 60 человек, и все должно быть идеально. Вот. И я думаю, что все ноты остались, все осталось. Я все еще мечтаю о том, чтобы это как-то возобновилось. Аби поступово ділитись експериментами зі слухачами та бачити їх реакцію, розпочати музиканти вирішили з туру містами України, що триває зараз, а продовжиться навесні. Є кілька експериментів, які ми ніколи раніше не робили. Ну, ми ж не можемо робити все, як люди, да? Вот, там, щось зробила одно, людям подобалося, і ти как бы что-то похожее делаешь, 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 нам так не интересно. Мы как бы что-то сделали, попробовали, и нам нужно пробовать что-то новое. Вот, как бы мы вот это вот все время меняемся. Незважаючи на постійні пошуки, незмінними для гурту «Пурпур» залишаються глибокі філософські тексти. Поезія завжди надихала солістку Нату Сміріну, тому її вірші не лише для пісень, а й для душі. «Будь в місті не ставрось, как капли дождевые за окном. Любить, как плакать, пылью на свету, сверкающим песком. Я буду рядом, лишней искрой, и не уйду. Здесь дом». Очень сложно свой текст, который как стихотворение, да, вот запихнуть в музыку. То есть все равно на музыку ты пишешь что-то попроще, либо, ну, это вот как бы текст песни, он отличается. Либо, конечно, если это романс, тогда вот класс, в романсе очень хорошо стихотворение ложатся. Там тара-там, тара-там, тара-та-там, тара-там, тара-та-та-там. И вот как бы, ну, вот, отлично. А если не романс, то вот, да, и все, все попытки как-то впихнуть свое стихотворение в песню, оно либо превращает песню в романс, либо ты такой, так, нет, я напишу что-то другое, потому что это вообще не годится. Либо еще какой-то такой, ну, не знаю, рэп, хип-хоп, вот речитативные тоже, тогда длинные можно как бы с поломанными ритмами там использовать. И поэтому очень многих музыкантов остаются в стол, куча стихотворений. Когда я начала читать коротенькие какие-то стихотворения на концертах, и люди после концерта спрашивали у меня, чьи-то вы стихотворения читали, то я так, это был комплимент, потому что мне казалось, что да, это, видимо, все-таки что-то дает о себе знать. Творчість, чистота, щирість та енергія у всіх її проявах. Це спадає на думку, коли чуєш про гурт «Пурпур», слухаєш їх пісні. Окрема сторінка, що привертає до себе увагу, їх неповторний стиль, зокрема, яскраві та фантастичні образи Нати Сміріної. Мені так обідно, що це все не фотографується, тому що я якби сама, да, і мені кажеться, ну, наверное, на концерті хто-небудь зробить. І потім така якась там коса крива, ніфіга не видно, і я така, блін, там тапочки не видно, у мене такі каблуки там різні, там ще щось. Вот. Я не знаю, ну, мені кажеться, що вот скоро прийде момент, коли мені надоест. Есть у меня такое ощущение, потому что уже все начали там обклеивать себе лица, обрисовывать, и это в какой-то тренд вошло. То у меня были моды, в принципе. Ну, я не думаю, что это я, но мне кажется, что просто я как-то раньше всех решаюсь. То есть не то, чтобы там я прям вот раньше всех увидела, придумала там или еще, но я вот просто решительней, как бы, да, я, эй, там, очень приятно, мне нравится, почему бы и нет. Вот. И, конечно, сейчас уже все перекрасились в разные цвета, тоже я была салатненькая, и так было красиво, и больше никого таких не было. Потом все начали ходить с разноцветными волосами, я такая, так, нет, нужно что-то уже другое придумывать. Ну, не знаю, на лысо я, конечно, стричься не буду. Бажання бути не як всі з'явилось ще у дитинстві, ділиться Ната. Ну що ти не як дівчинка? От смотри, всі дівчинки, типу, як дівчинки, а ти там в зелених джинсах, в якомусь розтягнутому світері красному з бейсболістами. Або, наприклад, на карнавалі, у нас був карнавал, всі дівчинки були принцесами, а я була клоуном. Я вважаю, що краще где-то там как-то много чоловік скажуть, який ужас, там, наприклад, чим просто, в принципі, не замітять. То есть как бы, потому что базовая, обыкновенная, да, красивая, нежная, ну, окей. А чего-то, ну,
какой-то решительности, что ли. Конечно же, вот, ну, сейчас вот эти все кислотные цвета и так далее, оно уже вошло в моду. И поэтому многие на это решаются. Там темные помады или там синяя помада, зеленая помада, какая угодно. Но вот буквально год назад это же не было настолько повально, и на это надо было решиться. Я вот не понимаю, вот что сейчас. Может быть, вообще no makeup это будет обращать на себя внимание? Я вот пока в раздумьях, в поиске. Напевно, це і є секретом успіху та привабливості гурту «Пурпур». Ната Сміріна та Женя Жибко постійно досліджують себе, експериментують, заплутуючи нові формати в магічний клубок казкових і хвилюючих історій. В зиму ми входимо в цей холодний період. Я би хотіла пожелати всім любви, вот, но любви теплої, а не сжигающие, потому что не отдавайтесь вот этим негативным эмоциям, они забирают очень много сил, истощают нас и не приносят ничего хорошего в нашу жизнь. Хотя нам кажется, что вот эти горки – это круто, но на самом деле нет. Нет ничего лучше, чем теплая, понимающая, взращивающая и дающая любовь, потому что любовь – это дающее чувство. Вот не забывайте об этом и никому не позволяйте себя обижать. Искусство вечно, а наш любовь искусство.